В Московской области строятся 3 перинатальных центра – в Щелкове, Наро-Фоминске и Коломне. Социальные объекты на контроле личного губернатора, поэтому только за одну прошедшую неделю стройку посетили 2 представителя областного руководства строительной отрасли. В субботу объект осмотрел министр строительного комплекса Сергей Пахомов, которого сопровождали руководитель администрации Алексей Валов, его первый зам Ирина Иванова и заместитель по строительству Никита Никулин. Эта сторона готова, та сторона процентов на 80 готова, та внутренняя. Сейчас посмотрим. Сергей Пахомов осмотрел отдельно стоящее здание пищеблока, где уже все готово под монтаж оборудования. Обошел все здание перинатального центра, от крыши до цокольного этажа, где сосредоточены все инженерные системы. Площадь здания 36 тысяч квадратных метров. Работают на площадке около 700 человек. Особый акцент в ходе инспектирования был сделан на помещения, которые готовятся под установку сложного медицинского оборудования. Идет как раз отделка сложных помещений, да, так называемых чистых помещений, где будет установлено оборудование операционное, где будет установлен МРТ. Это очень ответственное, значит, дело. Почему? Потому что сейчас нужно проконтролировать ход разводки всех систем инженерных, слаботочек, значит, подведение водоснабжения и так далее и тому подобное. Во всех чистых помещениях у меня уже стоят каркасы. Так, во всех чистых помещениях сделаны разводки. Практически во всех висят ламинары. Так, сейчас вот доводочки здесь остаются, и начинаю обвешивать ее уже панелями. На сегодня строительная готовность перинатального центра в Щелкове оценивается в 67%. Это хорошая готовность для данного периода времени, отметил министр. По результатам оценки объекта можно констатировать, что они идут в графике. В сентябре месяце строительные работы должны быть все закончены, и объект должен быть уже передан под пусконаладочные работы медицинского оборудования. Администрация района также готовится к открытию в Щелкове крупного учреждения здравоохранения с соответствующим количеством персонала. Для него мы готовим и общежитие, и квартиры, чтобы сюда пришли действительно врачи очень высокой категории. В Щелкове на улице Краснознаменской компания «ПИК» строит многоэтажный дом, предназначенный для переселения в него жильцов так называемой казармы, дома номер 19 в Первом Советском переулке. Из 29 тысяч квадратных метров больше половины площадей отдаются под расселение ветхого фонда. Сергей Пахомов по достоинству оценил темпы и качество работ, а также оригинальный внешний облик здания. Трудности начального этапа преодолены, и строительство идет в соответствии с графиком. Очень приятно находиться на этом объекте, потому что и строительная готовность, и темпы, и самое главное, внешний облик, если посмотреть, очень красивый дом получается у нас. И сейчас идет строительство даже опережающими темпами, можно сказать. И уже, думаю, в октябре мы будем этот дом уже принимать. Я так понимаю, по его реакции остался доволен, потому что мы все-таки не снижаем и сами контроль здесь над этими процессами. И я, и Никита Саныч, и Ирина Витальевна, мы все понимаем, что надо в этом году построить этот дом и переселить с казармы туда людей, которые находятся практически в предаварийном состоянии. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».